Сильные снегопады и оползень привели к транспортному коллапсу на границе Австрии и Италии. 16-километровые пробки образовались на итальянской автостраде А22 и примыкающей к ней австрийской трассе А13. Тысячи грузовиков и легковых автомобилей в течение долгих часов застыли без движения, и итальянским спасателям пришлось выручать из снежной ловушки без малого 200 водителей. Это важная транспортная ось, соединяющая Южную и Северную Европу. Власти обязаны очищать ее от снега. Хочу добавить, что пока мы тут стоим, с нами обращаются как с животными. Дорожные службы объяснили сложившуюся ситуацию тем, что сразу после оползня им было невозможно добраться до заблокированных автомобилей. В течение субботы автомагистраль была закрыта. Движение началось лишь к вечеру.